Белая полоса вместо рекламы наркотиков. Вартовчане приняли участие в акции «Чистый город». Вооружившись баллончиками, они закрашивали рекламу, которая предлагает распространять синтетические наркотики. Помимо этого, Нижневартовск присоединился к акции «Дети России против наркотиков». В течение недели она будет проходить в школах по всей стране, от Калининграда до Владивостока. Полицейские и общественники встретятся со старшеклассниками, чтобы рассказать о том, какие беды могут принести с собой наркотики. Если мы уничтожаем эту рекламу, соответственно, мы сужаем круг людей, которые могут повестись на это, да, то есть пойти на эту рекламу, устроиться курьерами, употреблять наркотиками. То есть мы делаем все возможное, что только можем. Главная задача – не вызвать обратную реакцию, то есть не вызвать интерес у подростков, которым мы даем вот эту информацию, чтобы они не пропускали это через себя, а наоборот поняли, что от этого нужно отказаться. В какой-то момент нужно сказать «нет» и не начинать вообще вот этот путь.